Мир и покой вашему дому, мои дорогие. Сегодня будем готовить мягкую песочную самсу без никаких заморочек. Не нужно тесто 100 раз раскатывать, так как она мягкая. Можно накормить детишек, бабушек, дедушек. Давайте приступим к работе. Для этого берем муку 500 грамм и пропустим через сито. Берем маргарина или сливочного масла 200 грамм и нарезаем кубиками. И перемешиваем с мукой. Хорошенько. Большие куски масла не должно оставаться, все до конца измельчаем. И добавляем соль, разрыхитель 1 чайную ложку. Берем одно яйцо, добавляем белок, а желток оставляем на смазку в конце. Добавляем вот белок. Добавляем кефир 150 мл и замешиваем тесто руками. Я уже решила без перчатки делать, потому что перчатка прилипает. Хорошенько вот так замешиваем тесто и отправляем в холодильник на 30 минут. Пока готовим начинку. Берем картошку, один штук, среднюю. Нарезаем кубиками. Берем лук, 3 средних. И тоже нарезаем кубиками. И добавляем, где картошка. Добавляем фарш 250 грамм. Добавляем соль 1 чайную ложку, черный перец по вкусу, зиру 1 чайную ложку. И все хорошенько перемешиваем. Зира дает вообще такой ароматный вкус. Добавляем растительное масло и аккуратно перемешаем ложкой. Теперь приступим к тесте. Вот так руками поможем, чтобы мягко стало тесто. И разделяем на 2. Образуем вот такую колбаску. И эту колбаску надо делить на 10 штук. Разделила на 2, чтобы легко было равномерно делить. С одной стороны 5, с другой стороны 5. И вторую колбаску тоже так же делаем. Общая самса у нас получится 20 штук. Все закончили, теперь давайте будем раскатывать тесто. Тонко раскатаем тесто. Ну, когда раскатала, где-то диаметр получилось 15 сантиметров. Вот так защипываем края, чтобы весь сок был внутри. Хорошенько. Противень смазывать не нужно, потому что уже в самом тесте есть масло. Добавляем 1 столовую ложку молока на желток и смазываем сверху. Берем тмин и кунжут. И посыпаем сверху. Ну, если тмина нету, можно только кунжутом посыпать. Но так красивее получается. Вкусная самса готова. Всем приятного аппетита. С любовью, ваша Гульбахтхан. Спасибо за ваши лайки, комментарии, за просмотр. Если будут вопросы, пишите, я постараюсь обязательно ответить. Будьте благословенны.